Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Это новое видео из магазина Massimo Dutti, а также из Zara. Обзор новой коллекции весна 2023 года. В Massimo Dutti, как всегда, все элегантно, красиво, лаконично и просто. Очень много денима, очень много полоски и, конечно же, белого цвета. Белый — это всегда про лето, про весну, белый всегда освежает. Конечно же, можно носить белые вещи и зимой, но вот такие тотал луки в белом цвете — это всегда про лето, это всегда свежо, красиво, и я думаю, что летом это уместнее. Посмотрите, какое красивое белое платье, очень нарядное, и рядом черный костюм с такой удлиненной жилеткой. Тоже очень элегантно, красиво это смотрится. Белая майка, тоже просто, с юбкой в беж цвете. Мне очень нравится, качество футболок, маек в Massimo Dutti, несмотря на то, что они чуть дороже, чем у Zara и Mango, но качество, конечно же, очень хорошее. Вот такой жакет, который им был и в прошлом сезоне, и не только у Massimo Dutti. Сейчас он представлен в белом цвете, стоит 129 евро, и он потоньше. Классные кроссовки, и я показываю именно их из-за зеленой вставки, потому что зеленый цвет точно будет в моде, и вы видели, что его много не только у Massimo Dutti. Это кожа, и стоят они 99,95. Такие джинсовые юбки тоже очень актуальны. И посмотрите, как нам предлагает Massimo Dutti носить эту юбку. С такой, даже не с такой, а с такими майками. Белая сверху серая, это одна и та же модель. Интересно, для смелых, почему бы и нет. И еще вот такая сумочка. Это замша. И еще одна в черном цвете. Конечно же, это что-то наподобие селин. Кожа, такой средний ремешок, очень красивая сумка, мне она очень понравилась, хорошая фурнитура, правда, есть одно но, она очень гладкая, и ее нужно носить очень аккуратно, потому что видны все царапины. А также у Massimo Dutti есть свечи, есть крема для тела и, конечно же, запахи, духи или парфюмы, как хотите, так и называйте, очень красивые. Очень красиво это все звучит. А я уже в магазине Zara. Здесь тоже очень много новинок, очень много денима, мини-юбочки. Вот такие еще брюки карго за 29,99. Вот такие красивые балетки. Это кожа. Только верх это кожа, внутри нет. Тоже такая интересная расцветка, зебра. Я знаю, что есть любители такого принта. И еще, девочки, хотела вам порекомендовать Кристину. Это стилист из Англии. На своем канале она делится полезными советами, как с помощью одежды выглядеть выше, стройнее, а также как сэкономить время, конечно же, и деньги, что немаловажно, на ненужные покупки. Я оставлю ссылку на ее канал внизу в описании под видео. Надеюсь, вам будет интересно и полезно познакомиться с другими девочками. Посмотрите, какой шикарный костюм, опять перья у магазина Zara, а здесь уже цвет более весенний, более летний даже, очень красивый такой кремовый, розовый. Мне очень понравился жакет, и перьев здесь очень много. И вот такое еще платье, оно очень такое, видно, что будет держать форму. Классная тоже в цвет к жакету и стоит 49,99 евро. А вот уже босоножки на летом. Тоже очень классные. Немного они тяжеловаты в черном цвете.
на маленькой такой платформе тоже очень красиво смотрится. И вот такие белые вещи, это точно всегда про лето и даже про такие, про отдых. Такие платья, блузы всегда хочется носить на берегу моря. Это хлопок, очень комфортно, очень красивое. И платья, и блузы разные есть в магазине Zara. Мне они очень понравились. Эта вышивка Ришелье тоже очень классная. Это точно на лето могу вам советовать. А вот такие украшения ждали на выходе уже из магазина. Это смело. И это что-то в стиле Schiaparelli. Это колье, и брошь есть, конечно же, и браслеты, и были даже ремни. Внизу, видите, там ремешочки тоже с крокодилом или с рептилиями. Нежная сумочка с капельками, очень аккуратная, очень нежная. Думаю, что для девочек, у которых в этом году выпускной, могут себе присмотреть сумку вот такую. Еще один, как будто бы комплект. Но я думаю, что они продаются отдельно. Футболки и белые брючки с такой вышивкой. Зеленый жакет. И есть только одно но в этом жакете. Вот этот край я не люблю, когда он вот, так, вот такой круглый. Стоит жакет 60 евро. Есть и майки, они не такие уже и зеленые, сколько даже, я бы сказала, больше оливковые. Оливковый цвет у майки точно за 16 евро. Но вот жакет, он немного больше зелененький. Красивая мини-юбка в таком бело-голубом цвете. Тоже классно на лето. Это всегда актуально, красиво. А на сегодня это все. Надеюсь, вам это видео было полезным, интересным. Вы узнали, что есть нового у Massimo Dutti и у Zara. А в следующем видео уже будет, конечно же, примерка. Не забывайте подписываться на канал, оставляйте свои комментарии. А мы увидимся с вами уже совсем скоро. До новых встреч. Пока-пока.